Очень часто люди, когда подбирают собачку либо котенка во дворе, думают, что это случайность. И потом эта собачка живет у них, и они думают, ну вот, я сжалился над этой собакой, и теперь она живет у меня. А на самом деле не так. На самом деле собака изначально пришла под этого человека. Душа очень часто может перерождаться в виде животного. Бывает из-за отработок, бывает из-за того, что просто хотят помочь. И когда вот собака живет у человека, она же может передать огромную любовь человеку. От них реально идет любовь. Очень часто они забирают отработки и болеют за место человека. Очень часто просто души рода хотят находиться рядом с этим человеком. И вот у вас рядом кто-то из ваших близких. Они вас поддерживают, защищают, они заботятся о вас, наблюдают за вами. Души вашего рода очень часто находятся в животных, которые живут у вас рядом.